Благоустройство в Серпухове идет под личным контролем главы Дмитрия Жарикова. В городе асфальтируют дороги, обустраивают парки, скверы, зоны отдыха. Сегодня очередное совещание с подрядчиками по поручению градоначальника провела его заместитель Юлия Купецкая. Завершился ремонт Дворца культуры России. На внешней стороне здания установили светодиодный экран с антивандальным покрытием. Точно по графику идет реконструкция моста на Оборонной. Подрядчики работают в круглосуточном режиме. Кроме того, продолжается обустройство парков, пешеходной зоны на Ворошилова и скверов. По губернаторской программе «Комфортная городская среда» из областного бюджета выделили порядка 200 миллионов рублей. Ферсов, улица Горького, укладка на площадке 70 квадратов, асфальтирование и велодорожки. Крупская, Поясмейшина, обустройство сквера и асфальтирование велодорожки. И Горького, и Крупская, завершение работ по асфальтированию велодорожки. И идут работы по у нас одностороннему движению. Сегодня работа будет закончена. Параллельно продолжается ремонт дорог и модернизация уличного освещения. По губернаторской программе «Светлый город» в этом году установит 1250 новых опор. Из бюджета Московской области на эти работы выделено 145 миллионов рублей.